Правительство страны разрешило регистрировать автомобили в многофункциональных центрах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пресс-служба федерального правительства поясняет, что новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на площадке МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы. Специалисты считают, что принятое постановление упростит процедуру государственной регистрации, сэкономит время автовладельцам и расширит спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.